Наблюдайте за происходящим вокруг. У самых внимательных будет шанс заметить то, что ускользнуло от других. Информация, полученная сегодня, поможет разобраться в неоднозначных ситуациях, найти ответы на сложные вопросы. Не исключено, что захочется изменить планы, и интуиция подскажет, за что стоит взяться в первую очередь. Тем, кто в этот день будет занят важными и сложными делами, потребуется терпение. Получить нужные результаты быстро едва ли удастся, придется предпринять несколько попыток. Хотя забот будет немало, останется время и для отдыха. Вечер подойдет для поездок, они подарят много ярких эмоций. Овен, сосредоточьтесь на работе или других полезных делах. Сегодня вам многое будет по силам, удастся осуществить то, что долго казалось почти невозможным. Очень полезным окажется умение ладить с разными людьми. Вы найдете союзников, поддержка которых поможет в преодолении многих трудностей. У некоторых овнов сегодня появятся новые друзья. Следите за своим эмоциональным состоянием. Важно сохранить душевное равновесие и разумный оптимизм, даже если что-то будет идти не так. Общение с близкими будет поднимать настроение, особенно во второй половине дня. Телец, не волнуйтесь по пустякам в первой половине дня и не спешите с решением важных вопросов. Это не самое подходящее время для сложных дел, а также для ответственных переговоров. Не всегда удастся сразу понять, что нужно предпринять в первую очередь, а что можно отложить. Стоит подождать немного. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, добиться успеха станет гораздо проще. Вторая половина дня будет благоприятной для общения, в особенности для разговоров с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы. Не исключено, что появятся новые планы, за осуществление которых вы возьметесь с большим энтузиазмом. Близнецы. Непросто будет сосредоточиться на делах в первой половине дня. Это время будет связано с сильными переживаниями, волнениями, для которых не будет серьезной причины. Хорошо, если рядом будут люди, знающие, как поддержать и вдохновить вас. Благодаря разговорам с ними вы почувствуете себя гораздо лучше. Вторая половина дня принесет хорошие новости и неожиданные открытия. Она обещает заметные успехи в работе. Вы решите непростые задачи, справитесь с тем, что раньше не получалось. Вероятны удачные покупки и сделки. Рак – благоприятный день для деловых переговоров, начало сотрудничества. Вы многих заинтересуете своими идеями, найдете союзников, на которых можно будет положиться в любых обстоятельствах. Вероятны приятные знакомства. Не исключено, что они положат начало дружеским или романтическим отношениям. Не спешите с решением финансовых вопросов. Даже если речь идет о незначительных суммах и каких-то небольших покупках, стоит подумать дважды, прежде чем что-то предпринимать. Лучше отказаться от любых сомнительных сделок. Лев, запаситесь терпением и не расстраивайтесь, если не все сразу получается хорошо. Возможны задержки в делах, а также какие-то недоразумения, неудачные совпадения, из-за которых не удастся быстро достичь нужного результата. Но вы обязательно добьетесь своего, если проявите настойчивость. Могут удачно решиться финансовые вопросы, не исключены денежные поступления из неожиданных источников, а также выгодные сделки. В личных отношениях тоже будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы легко поладите и с близкими людьми, и с новыми знакомыми. Дева, не расстраивайтесь из-за трудностей, которые могут возникнуть в начале дня. Серьезных проблем это время не принесет, а с мелкими вы быстро справитесь. Можно обратиться за помощью к проверенным союзникам, они охотно возьмут на себя часть ваших забот. Однако за новые дела все же лучше браться не утром, а после полудня. Позже наступит благоприятное время для общения. Хорошо пройдут и деловые переговоры, и личные встречи. Вы сможете найти общий язык с теми, с кем прежде не ладили. Влюбленных представителей знака ждут романтические сюрпризы. Весы, сосредоточьтесь на работе, сегодня у вас будет шанс достичь больших успехов. Пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы одержите верх над давними соперниками, обезоружите недоброжелателей, сможете договориться о совместных действиях с теми, с кем прежде не ладили. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Вторая половина дня порадует новостями, касающимися кого-то из членов семьи или других очень близких вам людей. Возможны неожиданные поездки. Вы будете рады возможности отправиться в дорогу в хорошей компании. Скорпион, начало дня будет довольно беспокойным. Сосредоточиться на серьезных делах в это время окажется непросто, будут отвлекать разговоры, пустяковые споры, а также какие-то мелкие задачи, требующие решения. Но со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Во второй половине дня у вас будет возможность заняться чем-то интересным и важным.
Наверняка найдется неожиданное применение вашим умениям и талантам, это порадует вас и удивит окружающих. Вечер стоит провести с близкими, они будут рады вашему вниманию. Стрелец, не принимайте близко к сердцу замечания окружающих в начале дня. В это время вы можете обижаться на пустяки или находить что-то обидное в невинных высказываниях. Лучше отложить обсуждение сложных вопросов, особенно если из-за них прежде уже возникали разногласия. Вторая половина дня будет совсем другой, легкой, насыщенной и благоприятной. Она принесет неожиданные предложения, от которых вам не захочется отказываться. Вечер подойдет и для романтических свиданий, и для дружеских встреч, и для каких-то семейных мероприятий. Козерог, важно не тратить время напрасно в начале дня. Откроется много новых возможностей, постарайтесь не упустить ни одной из них. Этот период хорошо подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое, вы быстро поймете, как лучше действовать, чтобы достичь успеха. Охотно помогут люди, которым вы сами когда-то оказали важные услуги. Вторая половина дня будет менее плодотворной, но по-своему приятной. Она хорошо подойдет для прогулок и развлекательных поездок, общения с друзьями и другими близкими людьми. Вы найдете возможность порадовать всем, кто вам дорог. Водолей, начинайте день с самых важных дел. Именно утром справиться с ними будет проще. Хорошо пройдут деловые встречи, успешными будут переговоры, на которые вы возлагали большие надежды. Удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. Благодаря ей вы быстро реализуете свои самые необычные идеи. Во второй половине дня сложно будет избежать суеты и неразберихи. Что-то может пойти не по плану, так что будьте готовы импровизировать. Это у вас отлично получится. Вы быстро сориентируетесь в ситуации и добьетесь даже большего, чем ожидали. Рыбы, стоит проявить настойчивость. Сегодня у вас будет шанс добиться многого, но едва ли это будет легко. Недоброжелатели могут вмешаться в ваши дела, будьте готовы дать им отпор. В первой половине дня не исключены споры. Старайтесь отстаивать свою точку зрения спокойно, не подаваясь на провокации. Вторая половина дня позволит сосредоточиться именно на том, что вам интересно. Могут решиться какие-то важные вопросы, прежде тревожившие вас и ваших близких. Это время подойдет для домашних дел, они не покажутся ни утомительными, ни скучными.